Представьтесь. Денис Туполим, тренер Москва-Олим. Железнодорожный в Москве. Я устал. Белкин у вас там тренируется? Белкин с нами, да. Юрки, привет. Юра с нами. Он сказал, что зал не пустит, если не выиграю. У меня шансов не было. Понятно. А вот мой тренер, мой мастер. Здрасте. Каковы впечатления? Молодец. 3 месяца всего занимаемся, 2 раза в неделю, по часу. Чемпион. Билдер? Фитнес он больше. Теперь я могу сказать, это уже настоящий боксер. Прошел. Пойдете в бокс. А почему не в пауэрлифтинг? К Белкину. Ну, у нас Белкин, куда мне? Зачем мне его гонять? Какие планы дальше? Планы? Бокс? Попробуй себе боксы. Профи? Перископ? Не-не-не. Профи меня убьет. Понятно. Спасибо. Удачи.